Симферопольское шоссе. Сейчас смотрю, по дороге бежит щенок. Подъехала, а их тут трое. Пипец. Трое. Больше не вижу. Сейчас пойду в столовую и узнаю, что за щенки. Кормом насыпала. Я говорю, здесь купон. Трасса. Дальнобои здесь стоят. Я прям ехала, он прям на дорогу выбежал один. Трындец. Что, друзья, Симферопольское шоссе. Тут пельменная. Дальнобойщики здесь. Поле. Короче, на данный момент троих отловила, но сказали, что их 8. Других пятерых не вижу. Ну вот. Это вот Чеховский район, а ближайшая деревня здесь Бавыкино. Трасса в сторону Москвы. Вот ехала по дороге, и это щенки бегали прям по проезжей части. Потом попозже приеду, буду других искать. То есть где-то еще бегает 5 щенков. И где-то ихняя мамка. Надо отлавливать мамку, видимо. Короче, вот такая вот ситуация. Так, вот, подъезжаю к месту. Вот, считай, Симферополька здесь. Вот здесь вот дальнобои. Где вот троих щенков, ну, нашла. Где-то должны здесь еще быть 5 щенков с мамкой. Пойду попробую найти. Это кто тут такой красивый? А? Это кто тут такой красивый? Здрасте. А где остальные щенки? Троих забрали? Кто забрал? Я троих забрала щенков. Осталось 5, правильно? Ну, вот 2, а где еще 3? Привет, ты голодный, такой худой, да? Ну что, у нас улов очередной. Вот еще. Еще раз напоминаю, что это Чеховский район. А, на мамку отлов. Вы, да, да, мои слядки, сейчас поедете. Все, тихо, тихо, чтобы я вас не прищемила. Тут вот, короче, шиномонтаж. Дальнобойщики. Вот. Кушают? Я не знаю даже, кушают они, нет, но зубы у них, посмотрите. У них там что-то есть, они ее сосали. Зубы-то у них вот как бы, только пюрешки, может, какие-то. Может, жидкий корм вот этот сварил. Были мои, я помню. Они чавкают хорошо. Спят. Все спят, дети.
корм замороченный. Но ты не даешь поднимать его, держи. Подержи.